Пришла мне вот такая вот посылочка. Сейчас ее распакую, открою, чтобы было все удобно. Коробка распакована. Начнем смотреть. Это что у нас? Denon Visa Case. Здесь, в принципе, можно хранить какие-нибудь кормушки. Например, тонну поплавков. Ну, или какие-нибудь баночки. Коробочки небольшие с вертлюжками, там, карабинчиками, крючками и так далее. Дальше. Это у нас поводочница от Фокса. Такая поводочница. Здесь сверху открываются, лежат гвоздики. Гвозди куда-нибудь втыкиваются, например, сюда, чтобы было удобнее. Здесь такой вырез. Поводок накручивается. Вот здесь много различных прорезей. И крючком цепляется. Также имеется в комплекте для нее такой вот кейсик. Не знаю, как он туда влезет, не влезет. Ну, по идее... А, ну, влезает, да. В общем, не знаю, как это практично будет. В принципе, для транспортировки вполне удобная, классная, красивая штучка от фирмы Fox. Дальше. Хорошо все упаковано. Здесь у нас начнем по порядочку. Так, не открывается, ну ладно, открывать не буду. Это у нас грузики 30-граммовые. Ну, например, чтобы кормушку снять, и можно было ловить без кормушки. Здесь еще что-то внутрь положили. А, кормушечки. Ну, кстати, моя любимая кормушка Корум. Очень мне нравится. 45 грамм. Я до этого обычно такие тридцатки ловил. Хорошая кормушка, хорошая сетка. Петлюжок. Такая вот 30-граммовая тоже Корум кормушка. Открытого, закрытого типа, открывающаяся на резинке. Туда, например, можно опарыши насыпать, закрыть, закинуть, и они будут выползать. Далее. Вот еще кормушка 30-граммовая. Тоже интересная модель. Ни разу на нее не ловил, надо будет попробовать. Внутри. Видно, видно, вот такие вот зубы какие-то расположены. Непонятно для чего, якобы, чтобы, наверное, не так сильно вылазил корм. Это кормушка от фирмы Denon. Вот еще кормушечка такая же 20-граммовая. Меньшего размера. Еще корм мой любимый. Тридцаточка. Еще 45-я кормушка. Для опарышей. Закрытая. На резинке. Корм щипчики. Такие вот интересные. Вместе сразу с иголочкой идут. И разные экстракторы. Кстати, удобно, есть дырочки у них. Жалко, что веревочек в комплекте нету, но это можно какую-нибудь толстую плетеночку взять и привязать.
разные экстракторы. А это коробки под насадку, под того же мотыля, например, опарыша. Это уже использовать непосредственно на самой рыбалке. Они с дырочками, чтобы ничего не затухло, разного объема. Monster Feeder Rod Beans от компании Preston. Эластичный, то есть бинт. Используется, если вам надо с готовым монтажом с удочкой куда-то перейти. То есть можно вокруг или удочки скрепить. Немного тянется, такой мягенький, чтобы у вас удочки друг об друга не бились. Или если у вас уже готовая снасть, допустим, с кормушкой, можно кормушку или сюда положить, или груз сюда, или крючок. И также вокруг удилища это все дело скрепить. Еще одна посудка от фирмы Matrix. Матрешка, так называемая. Вон там разные маленькие формочки, тоже, так сказать, для насадки. Катушка Matrix Horizon 6000 класса шпуля. Катушка хорошая, силовая. Можно, в принципе, как и для карпа использовать, для фидера. Можно тоже, но, думаю, слишком великовата она будет. Единственный минус, что нет второй шпули. Ну, в принципе, не столь страшно. Ну, скорее всего, это будет для фидерной ловли. Потому что глубина, точнее, вместимость лески не такая уж и большая. Для фидерной рыбалки просто будет отличный девайс. Передний фрикцион, две клипсы, беленькая, синенькая. Еще катушка Centris от Preston. У них модели немного по-другому. Разряд, размер шпули 420. То есть это 4000 вроде бы размер шпули. Документация. Вот катушечка. В комплекте идет две ручки. Одна, то есть стандартного типа. Сама катушка достаточно хорошего исполнения. Запасная шпуля, что лично мне очень нравится. И еще вот такая ручка, но это для любителей. В общем, две ручки в комплекте. В компании Дреном еще контейнеры. Сейчас тоже покажу. Такие вот водонепроницаемые контейнеры, которые во время рыбалки прям можно поместить на свой рыбацкий столик. Ну, только они немного помятые. В принципе, они разровняются. Один размером поменьше, второй размером побольше. Еще от компании Preston такой вот комплект. Monster Eva Method
Bowl set. Извиняюсь за свой английский. Откроем. Тут у нас идет сито для просейки прикормки. А, кстати, фонарик. Вот они так положили, интересное ведро. Ну, обычный фонарик, ничего в нем особенного. Даже батарейки дюраселовские в комплекте. Тазик. Такой вот тазик. Интересный материал такой необычный. Полу, как будто бы резиновый, кажется. И ведро. Само ведро. В принципе, его даже можно подвешивать, если купить дополнительное кольцо. Ракетка от Фокса. Размер медиум, есть еще размер больше. Обычная ракетка для закорма. Хорошо работает, красиво выглядит. В комплект еще резиночка для транспортировки, чтобы она лишний раз не открывалась. Небольшое ведро, тоже от компании Presto, так сказать, ну почти стандартное ведро для прикормки, небольшого размера, можно использовать еще как холодильник, пока ехать на рыбалку, ну или чтобы прикормка не закисала. Открывается, закрывается. Сумка, холодильник. Это конкретный холодильник, очень хороший, от фирмы Drennan. В нем можно как и насадки перевозить, мотыль, опарыш, червь, как и продукты питания. Ну, больше он предназначен для продуктов питания. Красивая сумка. Хорошее дно, прорезиненное, то есть можно смело стоять в грязь, не испачкается, легко отряхивается. Фидер кейс. Замечательная вещь. Открывается. Сразу тут такой стегивающийся кармашек. И здесь вынимаются контейнеры, в которых можно переставлять перемычки. Можно даже в этих коробочках пользоваться кормушками. Единственное, их только потом просушивать, чтобы они не заржавели там. Под каждую кормушку было свое место. Верхний отсек делится такой штукой напополам и чаще всего используется для транспортировки в нем катушек. Тоже прорезиненное дно, антискользящее, удобная ручка.
очередной бокс, Long Visi Box, как я показывал, один из первых компании Drennan, Long, то есть длинный. Тоже можно перевозить что-то, что туда поместится, что вам надо. Те же самые поплавки, сюда можно тонну поплавков сложить. Большая сумка. Очень удобная вещь. Есть специальные отсеки для садка. Для другого, например, садка. Один побольше, второй поменьше. Куда что удобнее. Ну и здесь можно перевозить все боксы, другую сумку и так далее. Есть боковые карманы. Жесткое дно с фирменным логотипом Drennan. Хорошая сумка, удобная ручка, мягенькая. Это не все, сейчас покажу еще пару удочек. Удочки, как обычно, прислали в говнотрубе. В принципе, отличная упаковка. Чтобы ничего не сломалось при транспортировке. Хорошо запаковывают. Фидер компании Drennan. Aqualite Ultra 9 футов фидер. По-русски длина 2 метра 70 сантиметров. Тут кончики дополнительно такой вот штучки. Хорошо упаковано, тоненький Drennan. Вот как я и говорил, 2 метра 74 сантиметра. Очень мягенький. Ну, здесь я уже его не буду открывать, тестировать, потому что особо будет непонятно. Хотя аккуратненько немножко можно. Вот кончик. Очень мягкий, очень-очень мягенький. Вот так вот гнется. Просто супер. Ну и в комплекте также идут еще два других кивертипа, другие цвета, другой мягкости. Вот еще одна удочка от фирмы Fox, карповик, но он необычный. Обычные карповики идут составные. А этот выдвижной. Выдвижная карповая удочка. Взяла для теста, ради интереса, попробовать, что такое телескопическая карповая удочка. Выполнена достаточно элегантно. Красиво. Кольца не маленькие, все как положено. В общем, такая вот посылка.